Столетиями могучие варвары неустанно охраняли гору Ариад и укрытые в ней тайны от посторонних. 20 лет назад священная гора была разрушена, а земли варваров превратились в выжженные пустоши. Обездоленные защитники Ариада разбрелись по окрестным землям. Огонь былой гордости угас в их душах. И все же среди варваров нашелся герой, не утративший надежду. Он хочет возродить прежнее величие варваров и вернуть им цель в жизни, которая заключается в борьбе с силами зла. Варвар – могучий воин. Он обладает неимоверной физической силой, которая позволяет ему сокрушать орды демонов и сметать всех врагов на своем пути. Мне нет равных! Варвар рожден для битвы. По мере того, как он наносит или получает урон в бою, варвар накапливает первозданную ярость, которая подпитывает его атаки, наделяя их разрушительной силой. Когда ярость достигает максимального значения, варвар обретает сокрушительную мощь. Он превращается в смертоносный вихрь и сотрясает землю. Да! Вам не выстоять! Варвар способен выдержать самые сильные удары. Он становится еще мощнее, когда облачается в латные доспехи и берет в руку щит. Если враги начинают превосходить его в бою, варвар может переломить ход битвы с помощью пронзительных боевых кличей, которые разжигают его ярость или усиливают защиту союзников. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, варвар великолепно владеет оружием. Этот непревзойденный воин может носить по оружию в каждой руке, чтобы прорубать себе дорогу сквозь орды демонов. Кроме того, он способен вооружиться огромным двуручным мечом, топором или иным орудием боя. Будучи опытным воином, варвар может одолеть любого противника. Сильный, благородный, бесстрашный и решительный варвар – настоящий воин. Если вы готовы яростно броситься в бой и раскидать своих врагов, то вам по силам вступить на доблестный путь варвара.